правую голову немножко прямо лучше. Да. И правую ногу закинь на эту. Тоже, да. А левую чуть-чуть согни, да. Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим лишь. Близко. Чаш. Ровно. Там. Только назад отойдите, это вас видно будет. Кольца нет. Давай, давай. Так, готово? Давай. Левую руку. Так, это одновременно все? Да. Ну, или... левую отдаешь и потом честь отдаешь. Потом. Да. Все. Давай. Видишь, что я стеснись. Так, левой рукой отдаешь. Давай. Элементы. Взял это, на него смотришь. Честь отдавай. Как? Давайте порепетируем. Как лучше? Да, вот так. Ну нет, если... Ровно руку держите. Потому что я нервничаю. Просто вот так, или вот так, или как-то... Неважно, это же любительский. Эмоционально просто. Эмоционально просто. А кепку нельзя назад? Чтобы они нагнули? Так, Найт. Не-не-не. Ты плавать умеешь? Не утонешь. Вот сюда подплывай. Сюда подплывай просто. Давай ты тогда подплывай. Ты сможешь подплыть? Да. Не-не-не. Ты сможешь? Сюда подплыви. Сюда подплыви. Да. Давай. Не обязательно. Можно одно. Это получится вот так. Ну ладно, тогда не переворачивай. Мы уже попробовали. Да. Давай. Коль, да, Ролан тоже добился. Нормально? Да. Да, пойдет? Все, давай, правой рукой. А, дверь, давайте закрой. Эгегей. Или это будет... Да, оставь, оставь. Муляж. Да? Давай еще раз. Раз, два. Я устал держать. Ты знаешь, как это сложно. Мне сложнее всего сейчас. Ой, еще, ладно. Все? Собери. Да. Не могу. Яйца в кулак. Нет, яйца. Все, могу? Да. Да просто вот лицо. Лицо в этом трубе. Давай. Нормально? Ну ты руку. Давай. Здесь выходи из воды, да. Вот. Да не хватило. Давай еще разок. Дожди, не уходи. Еще разок давай. Что сделай? Покрасивее немножко. Давай. Да. То есть они как бы раз поплыли и выходят, да? Да. Получится. А на попу садиться ты будешь? В другую сторону надо. Подбородок подними. Ладно. Так, это хорошо. Куда бы их? Это хорошо. Просто смотришь в бассейн, не застывай, да, что-нибудь делай. Попу греет. Ну, короче,
знаешь, что делать? Вот есть там. Снимаешь уже что? Да. Давай, знаешь, как бы тогда. То, что поэтому не для камеры, я тебе так просто объясню, а вот там что-то хотел, как бы. Просто нарежешь, да? Да, да, да. Потом нарежешь. Мы находимся в консультационном центре Тольятти. В гостях я у Николая. Сегодня будем снимать ролик. Всем привет. Меня зовут Николай. Как бы сегодня мы хотим снять промо-ролик. Презентация нашего офиса на крупнейшем фестивале, который будет проходить в городе Шерегеш. Проходит он уже порядка 10 лет. И в этом году Лиги чемпионов исполняется 10 лет, круглая дата, и в честь этого мы решили сделать свой промо-ролик, в котором мы будем представлять свой офис. Не так давно, ну, то есть на прошлой неделе ребята записывали трек, у нас есть два отличных трека, на котором мы сейчас будем снимать клип. Сходящий тренд, это телетрейд. Это не бренд, это что-то мощнее. Это не спред, это что-то дороже. Возьму свою. Херня. Не знаю. Короче, приехали мы сегодня на фотосессию. Слушай, вот это классно. Да. Классно устроено. С Максимкой Крипаевым. Сегодня будем снимать. Похоже здание на дизайн Баварии Мюнхен. Футбольного клуба. Тоже такое красно-серое. В ромбик. Не, классно. Вот здесь еще можно снимать. Заходи, камера. Человек-камера. Вы проходите, да. Максику предвкушение. Максику предвкушение. Ага. Блин, вообще классно. Подливайте. Вот в таком бассейне бы я, конечно, ходил так вот. Красиво. О, джакузи даже есть. Охренеть. Вот это супер. Thank you.
понимали, чем мы занимаемся. Мы занимаемся не просто продажами финансовых рынков, мы занимаемся развитием этого рынка. На данный момент у нас более 5 собственных продуктов, которые мы с радостью представим нашим клиентам. Мы хотим, чтобы финансовые рынки для людей не были каким-то там темной стороной Луны, да. Мы хотим, чтобы финансовые рынки были в каждой семье, и люди ими пользовались, и при помощи них зарабатывали себе на жизнь. Ну, а если говорить о промо-ролике, сейчас будет отличная тема, жара. Ребята, я думаю, войдут в роли и сделают очень крутую презентацию нашего региона. А где наш неотразимый, кстати? Илюша. Поэтому, позови его. Плейбой. Гроза девчуль, блядь. Гроза бабуля. Он все начинает, да? Да он пиздец, у бабули бегут просто. Гроза девчули. Говорит, это девчули? Сейчас, короче, сейчас ты брейк-данс здесь танцевать будешь. Блэйк, это пик-чоу. Короче, что слышно, этот выступает? Ты где? Неотразимо ходишь? Стой. Надо назад прыгать. Неотразимый. Смотри, смотри. Павел симпатяга. Блин, деньги. У нас звезда фотошопа, кинематограф сейчас. А ты куда ушел? Нафиг. А где твой бейдж? А где ты, Ксан? Один бейдж. У меня нет. Кончился. Может, тогда я буду заходить? Это восходящий тренд, что ты телетренд. Нас уже снимают. Это телетренд, это что там, восходящий тренд? Это восходящий тренд, это телетренд. Трек. Это летит прямиком в Шерегеш. Сделано буквально вот-вот. Продукт этот свежий. Не знаю, не вижу себе причину, но она... Как тебе фотосет? Я вас двоих спрашиваю, как вам фотосет? Мне понравилось. О, мне тоже отлично, все было супер. Особенно Ильдар Махьян, вообще замечательный фотограф. Я видеограф, кстати, а Макс фотограф. Да, Максим фотограф, а Ильдар видеограф. Зачетно. Тянем в топ нашу группу, режим турбо включен. Ну что, Тольятти, качнем по-черному. Это восходящий тренд. Это телетрейд. Такая психоделика.
Талис горит, что ли? Я вызываю тебя на... А чё мы вдвоём стоим? Чё? Давай, сбежу, сбежу. Разливай. Давай. Алло. Иди к Жане. Иди к Жане. Как там руки туда? Дай сюда. На какую сторону? На какую сторону пойдём? Нет. Чё ж? Мы сюда отойдём, будем... Бля! Давай, прием, давай. Знаете, где музыка? О, Денис! Айда! А вы? Как же там? Мы это... Раз, два. Стоп, на какую ногу идем? Да. Что нам делать? Вот так. Не знаю. Вот так. Да? Как? Да? Алло, вот так. Понял? Бля, нет. Блядь. Раз, два, три. Да.